Привет. Привет. Привет и добро пожаловать на вашу летнюю работу и в новую улучшенную пиццерию Фредди. Ну, я здесь для того, чтобы поговорить с вами о некоторых вещах, с которыми вы можете столкнуться в течение первой недели. И чтобы помочь вам пройти этот интересный, новый и захватывающий карьерный путь. Ну, теперь я хочу, чтобы вы забыли все, что слышали о старом месте. Вы меня понимаете. Ну, некоторые люди все еще относятся к компании с недоверием. Старый ресторан оставили гнить на долгое время. Но я хочу вас заверить, компания стремится к тому, чтобы семьям было весело и прежде всего безопасно. Они потратили целое состояние на этих новых аниматроников. Распознавание лица, улучшенная мобильность. И они даже научились ходить в течение дня. Разве это не здорово? Да, но самое главное, они все подключены к какой-то базе данных преступников. Поэтому они могут обнаружить преступника. Черт возьми, это мы должны платить им, чтобы они охраняли тебя. Ну и теперь, как говорится, не бывает новых систем без неполадок. Ты только второй охранник для работы в этом месте. Первый парень отработал свою неделю, но жаловался на условия. Мы перевели его на дневную смену. Так что ты еще сливчик, не так ли? Главной его беспокойностью было то, что какие-то персонажи передвигались по ночам и пытались попасть в его кабинет. Теперь то, что мы знаем, не является таковым на самом деле. Ох, этот ресторан должен быть самым безопасным местом на Земле. Такие дела. Наши инженеры действительно не могут объяснить или выдвинуть теорию, почему они перемещаются в ночном режиме. Получается, когда в ресторане становится тихо, они думают, что они в неправильном месте и пытаются найти людей. И в этом случае твой офис. Поэтому наше временное решение проблемы заключается в этом. Смотри, есть музыкальная шкатулка, и ее можно завести дистанционно. Так что каждый раз при просмотре камер посещайте призовой уголок и заводите ее на несколько секунд. Но срабатывает далеко не на всех аниматроников, а только на одного. Ну а что до остальных, у нас есть простое решение. У некоторых аниматроников есть незначительные ошибки в системе, которые будут видеть вас как эндоскелет без костюма и захотят вас засунуть в костюм. Для этого мы вам оставляем пустую голову Фредди, ну иначе говоря, маску. Одевайте ее, и проблема решена. Вы можете одевать ее в любое время, снимать, когда захотите. В конце концов, все, кто зайдут к вам в комнату, пойдут блуждать в другую сторону. Ну, стоит упомянуть, что из-за современного дизайна здания вы, возможно, заметили, что нет дверей, чтобы закрыть помещение. Но ведь у вас есть свет. И даже если ваш фонарик разрядится, здание не может быть обесточено. Так что не беспокойтесь, о темноте. Ну, я думаю, что вы продержитесь. Проверьте фонарик, одевайте маску Фредди, если это будет необходимо. И следите, чтобы музыкальная шкатулка была заведена. Спокойной ночи. Поговорю с вами завтра.